Индюшки бегают. Убегают, боятся нас. Ну ладно. Мы гуляем по нашим любимым местам. Столько велосипедистов, кстати. Хотя сегодня будний день. Вечером, видимо, они ездят. Прикольно. Так хорошо. Виды похожи на сибирские. Да более знакомые виды. На речку идем. Наша любимая речка. Так все пахнет вокруг, цветет весна, листики молодые, красиво. Красота. Друзьяшки, привет! Сейчас покажу вам обзор нашей квартиры в очередной раз. Приветики, приветики, Гарика еще там тоже. Вот, сейчас покажу. Ну, это просто вход, получается. Здесь вот такая эрия для поработать, наверное. Вот, ливинг. Там уже dining area, телевизор, кухонка такая маленькая. Мы уже были в этом билдинге тоже. Они сдают все квартиры, я так понимаю, по Airbnb. Сорян, если тут немножко бардак у нас. Вот, это соседняя квартира. Нам как бы понравился очень хозяин. Очень здорово. Так, здесь туалет. Все, обычно тут, видите, как всегда у них висит, что ничего нельзя этого зайти. Вот, поэтому ванна такая обычненькая, все хорошее, уютное. Что, здесь у нас должна, по идее, быть стиралка и сушка, но ничего нету. Это вторая комната, но она закрыта. Ну, видимо, они что-то хранят. Ну, тут как бы утюг. Короче, как гостиница, все. Тут были еще всякие штучки-дрючки, ну, как-то взяли. Ой, для нас. И вот сама спальня, собственно. Такая небольшая. Гардероб. Очень прикольно. Нам очень нравится. Поэтому мы остановились снова здесь. Вот такая квартирка. Ставьте, короче, свою реакцию. Как вам такая квартирка? Стоила она $109. Вот такой вид. Очень тихо, спокойно ночью. $109 за сутки, но на самом деле, а так она у него стоит $152, но была скидка, и поэтому было клево. Вот, мне нравится очень, что они везде картины такие сделали. Это 3D-печать, я думаю, самая модная вот эта вот, похоже, что она фактурная немного. Интересно, конечно. Ну все, всем любви, добра, пока-пока. Классно вообще, конечно, жить в таком домике. Можно выйти погулять ребенку. Ну вот, когда были в Сакраменто, жили некоторое время назад, то у меня Эрика часто там бегала с подругами. Очень здорово. Мы приехали тут в парк в Сакраменто. Такой большой площадки. Красиво, так американская мечта. Гуляем. Приехали на речку опять. Куда еще можно приехать в Сакраменто? Конечно, на речку. Как хорошо. Липота. Такая речка прям хорошая. У нас уже тут прям лето летнее. Кроток. Там 34-18. Интересно даже, что там написано. Да. Какое-то послание, да? В туалете мы тут сейчас остановились на трак-стопе. Ну, давай. Ой, тут нет воды. Только сначала водой, а потом мылом. Ага. Посмотрим, что тут есть у нас. Вот такие всякие штуки, дрюки, да? Такой будешь? Да. Берешь. Хочешь там синабоны всякие. Ну и всякая такая хрень, в общем-то. Тут вода, напитки, соки. Это здесь кофе продавали. Да, там вон еще есть пицца. Поэтому картошка, горячие напитки. Вот так вот выглядит трак-стоп. Даже масла немножко есть. Ну, это такой большой трак-стоп. Бывает поменьше, там может и не быть чего-то. Здесь. Эрика! Эри!
Да, зачем только нам не нужно. Ты чего? Все мои мои. Вон там еще лаундри можно постирать, по-моему, что-то. Все она работает, конечно. Почти доехали до ЛА, тут в очередном такой ростере остановились, тут туалеты просто. Это тут много таких дырочек, земляная белочка тут живет, много их белочек. Повсюду эти дырочки. Прикольно так.